И в завершении выпуска захватывающие кадры из Чили. Там 7 человек оказались в открытом океане за несколько километров от суши. Чтобы вытащить туристов из воды, спасателям пришлось задействовать вертолет. Дайвер прыгнул в воду прямо с борта воздушного судна. Сильные волны, казалось бы, мешают девочке уцепиться за спасательный крюк. Но в итоге все закончилось благополучно. Ребенка и еще 6 человек удалось доставить на берег.